Профилактика инфарктов. В Таре врачи помогают пациентам предотвратить опасное заболевание. Километры не преграда. Полтавскую школу искусств начали посещать дети из отдаленных сел. Новоселье у дошкольников. В Щербакуле после реконструкции открылись два детских сада. На высоких скоростях. Соревнования по мотокроссу в Москаленском районе собрали сильнейших спортсменов из Омской области и соседних регионов.